узнал о том, что привозят пояс Богородицы, настолько давно этого не было, ну, столетиями просто не привозили. Сначала какой-то легкий трепет внутри, потом, ну, естественно, сразу какое-то желание прийти, прикладываться. И этот трепет внутри все рос и рос, рос и рос. И потом вдруг возникает идея, а почему бы это не снять? И сделать такую небольшую киноновеллу об этом событии. Такой вопрос, что вы ожидаете от этой встречи? Я даже не знаю, что сказать. Что вы ожидаете от этой встречи? Простите, можно вопрос задать? Радуйся, невесту, не невестная, всех праотцев. Часть такая. Это не имеет никакого значения. Самое главное, что это с тобой произошло. Пускай этот трепет, который я пережил до прикладывания, сейчас у тебя будет происходить. Во всяком случае, я сейчас ощутил такую силу и вдруг еще раз почувствовал, что
Наверное, это единственный наш с тобой верный путь. Вот только вот так, не знаю. Я уверен в этом. Люди, вот они стоят, стоят часами, тихо стоят, да, в основном там кто-то, ну, кто-то переговаривается, не хотят отвечать на вопросы. Так какие могут быть вопросы? Мы вроде попытались два раза задать, так потому, и все. Потому что здесь не может быть никакой журналистики. Вот это все подчиняется только Всевышнему. Он распоряжается. Просто я потом подумал, а если бы меня спросили? Да, что да, можно ответить? Ну, что можно ответить? Зачем? Что вы ждете? А что мы ждем? Вот что мы ждем? Попробуй, скажи. Да. Не знаю, что мы ждем. Не знаю. А может, даже и чудо не ждешь. Вот чего ждешь? Просто сказал чудо. Не совсем то. Ну и слава Богу, что люди, на, извиняюсь, на этот глупый вопрос не стали отвечать. Они же как фильтр. Они же сейчас находятся как бы во власти Всевышнего. Они стоят часами. Вот я знаю, там и 10, и 12 часов люди стоят. Глупый вопрос, как тем спросить, что вы хотите получить. Вот. А ты что хочешь людям-то показать? Я уповаю на то, что людей душа работает. Я просто не буду говорить, что поставил задачу. Вот есть это. Посмотрите. Это же наша жизнь. Это вот и есть главное. Вот это главное.